Здравствуйте. Меня зовут Абу Турунов. Я сам из Нечелевы, Таджикистана. Я раньше был милиционером. Служил на ОМОН. Возможность нету заниматься это делом. Спорт или это тяжелый поднимать. Поэтому я бросил работу. А у меня это план есть. Я это спортзал хочу купить. Мне вообще ничего не нравится. Только спорт нравится. Основное я мясо кушаю и молоко. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Аббас Силач. Приехал из города Исфара. Мне 29 лет. Все, мы готовы. Знаете, наши земли всегда славились такими батырами, палуанами, да, богатырями, как у нас говорят. И очень здорово, что в Таджикистане есть такие ребята. Я просто... Ты молодец, но надо профессионально этим заниматься. Если будет возможность, я могу потянуть автобус и даже КамАЗ. Ну, я верю, что вы сильный человек, но мне этот номер не понравился. Абустюн, я когда вас увидела, я думала, сейчас увижу вау. Но, честно сказать, я не увидела ожидаемое, то, чего я хотела. Может быть, повезет в следующий раз это увидеть? Ну, раз я говорю о богатырях, и он на самом деле вот чувствуется, вот я смотрю в его глаза, и он действительно это сделает. Давайте дадим этот шанс. Я говорю, вот да! Спасибо. Спасибо. Я тоже увидела такое желание остаться в проекте на следующий тур. Я поэтому говорю тоже да. Дадим вам шанс. Спасибо. Абустюн, вам как бы технически не получилось показать свой талант, но я верю, что в следующем туре вы нам покажете. Да! Спасибо. Абус, батыр, у вас 4 да. И я вас поздравляю. 4 да. Салава, Абус. Спасибо. Наверное... Когда садится обедать, одного барана съедает еще. Мне тоже так кажется. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.